Начина. Со входа. Тишина! Я перезвоню. Да. Нет, я сейчас не могу, я на работе. На съемках, да. Хорошо. С конца звонит телефон. Лен, поможем мне? Да, конечно. Вот я ничего не понимаю. Игровой телефон. Я говорю. Нет, нет, набери счетчик и смотри на него. У меня есть деньги. Нет, набери щеки, смотри на него, а Дима говорит. Слушай, у меня есть деньги. Привет. Реально хорошо, что ты не Ну прости, ну смешно, правда. Ну естественно, я знаю. Да? Извините, пожалуйста, что лезу не в свое дело, но мне кажется, что ваша жена... Забыл, да. Извините, пожалуйста, что лезу не в свое дело. Но мне кажется, что ваша жена... Извините, пожалуйста, что я лезу не в свое дело. Но мне кажется, что ваша жена отказывается от операции, потому что боится, что вы бросите ее. Не смотрите. Все, я поплыл. Сейчас. Ой. Галь. Галя. Принеси мне со второго пачку, которую я тебе давала. Сигарет! Жена, и начали! Интересно, бывает так, чтобы вот не было никаких проблем? Нет, а чтобы... у тебя какой-то подстарт у бабы был. Вошла, вышла. Тишина, насовка, и начали! С ума сошел, меня с работы уволили. Надо же, Матюша, раз. А Анюша, что развела? Я хочу переоформить половину компании на тебя, но это нужно для всей семьи, для бизнеса. Я никогда не хотел заниматься семейным бизнесом, ты прекрасно это знаешь. Чу. Мама. Мама. Че? Оформи на маму? А. Как считаете, что можно сейчас сделать? Ну, а что тут можно сделать? Только стандартная дезинтоксикационная терапия. Ну, а что тут можно сделать? Только стандартная дезинтоксикационная терапия. Блин, сейчас, извините, пожалуйста. Ну, а что тут уже сделаешь? Только стандартная дезинтоксикационная терапия. Танюшка, все стерильно. Журнал заполнила. Нина скоро придет, я убегаю. Ой, может, задержитесь ненадолго. Чего ты? Да. И уже не пошло. Давай, Саша, происходит, а? Это хорошо могло быть. Нет, хорошо могло быть. Не надолго. И потом, судья женщина, а женщина женщину всегда поймет. О, прекрасно. Забыл слово. Ладно. Вспомни любовницу, которую ко мне ты подослал, чтобы уговаривал. А, подождите, что-то надо... Слушай, давай еще раз. Такой, продолжим. Значит, две машины. Два гаража. Два гаража. И дача. Ну, квартиру, я сказала. А еще есть садовый участок. Как? Как есть садовый участок? Итак. Дача. Нет, два гаража. Угу. Машина. Сейчас у меня имущество будет увеличиваться с каждым домом. Дача. У тебя три гаража? Давай. Так вот, значит, мы остались на даче. Квартиру мы уже сказали. Нет? Две машины. Да. Моторная лодка. Так, вот лодку я попрошу не трогать. Милый, какой ты рыбак! И начали. Я не могу. Стоп, Антон.